Рыба-кит, папа рисует. Привет, ребят, с вами папа, меня зовут Ваня, вы на канале Рыба-кит, как я уже сказал, и сегодня я хочу нарисовать покемонов. Я хочу нарисовать много покемонов, и я, в общем-то, взял для этого карандаши, фломастеры и мелки. Начнем. Первый покемон, который я буду сегодня рисовать, и надеюсь, что буду рисовать их каждый день по много-много раз. Разных, конечно же. Сегодня я выбрал такого Одиш. Он называется Одиш, и его рисовать очень легко. Он похож на синюю редиску. Смотрите, нарисовать нужно такой круг, после этого несколько таких листочков, вот таких листочков. И он, это еще редиска, она с ножками, смотрите, вот такие ножки пририсовать. И глазки, маленькие-маленькие глазки. И у каждого покемона есть ротик, мне кажется. Да, ротик нарисуем, он улыбается, глазки. Ну, собственно, вот такой у меня покемон получается. Одиш. Я еще подпишу, что это Одиш, чтобы это было совсем понятно. У меня есть еще одна тут черепашка. И она уползает постоянно. Я хотел бы вам показать этого черепашонка. Федя. Он уже подрос и стал совсем большим. Теперь я нарисую, что нарисую. Теперь я нарисую фломастером. Все это обведу как следует, чтобы было хорошо видно. Но здесь уже нужно стараться. Не просто делать набросок, а качественно его делать. Смотрите, так я рисую. Так, так, так. Это такие листики. Я думаю, с листиками каждый ребенок справится, потому что в детстве вы видели много листиков за свою жизнь. Вот так и вот так. Собственно, такой вот покемончик. Улыбочку ему нарисую такую. Раз. Глазки. Маленькие глазки. Маленькие. У этого покемона маленькие глазки. Есть покемоны, у которых большие глаза, а у этого маленькие совсем. Так, теперь лапки. Похож он, конечно, на какую-то редиску, может быть, такой, знаете, вот такой веселенький. А здесь я напишу Одиш. Одиш. Вот так подпишу, чтобы было понятно, кто это такой, потому что многих имен мы не знаем. Ой, черепашка Федя убежал, посажу его здесь. Сиди аккуратненько, я сейчас буду все это раскрашивать. А раскрашивать я буду синим, голубым, синим. И фиолетовым, наверное, еще фиолетового добавлю, черного, я всегда добавляю немножко черного, и зеленого, сразу выбирайте цвета, которые вы будете раскрашивать, чтобы было легко работать. Так, теперь раскрашиваем. Аккуратненько раскрашиваем, такой получился синяя редиска. Все покемоны, они какие-то, я не знаю, кто это, я их называю существа. И существа похожи на животных. Я бы так сказал, что это зверьки по-русски. Но многим могут обидеться, что это зверьки. Это такие существа. У них есть там желания даже свои, их характеры. И это все хорошо. Но у зверей тоже есть такие свои характеры. И когда вы побольше их узнаете, зверей разных, вы тоже поймете, что у них очень много разных характеров, настроений, желаний. Иногда бывает, у кошки нет настроения, а иногда хорошее настроение. И тут надо правильно выбрать настроение, когда подойти к кошке. Так, вот так я немножко оттенил своего Одиша. По-русски буду склонять немножко, потому что хоть он и японец. Так, теперь нужно рисовать вот эти вот растения, его волосы или же траву. Или это называется початки. Сверху. Нет, это то, что. А, вершки называются. Вершки, точно. Вершки у меня светло-зеленые. Такие светло-зеленые вершки. Нарисовал. А тут я немножко темно-зеленый покажу. Темно-зеленый. Отлично, такой хороший Одиш. И когда я еще продолжу свою мысль, когда вы рисуете много-много разных животных, к примеру, покемонов. А они похожи на зверят, и вы узнаете, на кого они похожи. Вот этот похож на редиску. И это, конечно, овощ. Похож на овощ, да. Так вот получилось. Смотрите, я сейчас все уберу на место. Так, получилось все хорошо. Смотрите, как нужно рисовать настоящего редиску покемона Одиш. Нужно рисовать кружок. К нему нарисовать вершки, две лапки и улыбочку. Все, ребят, смотрите, получилось очень просто, быстро. Рисуйте покемонов со мной, ждите следующих покемонов. И до новых встреч, был с вами Ваня на канале Рыба-кит. Пока!